Необычный арт-объект открылся в Красноярской краевой филармонии. На террасе концертного зала установили 4-метровую скрипку. Сделано это в честь 5-го Транссибирского фестиваля, который проходит в столице края с 16 марта по 6 апреля. Теперь на гигантском инструменте смогут оставлять автографы звезды классической музыки, которые ежегодно приезжают к нам с гастролями. Ну а первыми свои подписи оставили скрипачи, участники большого арт-фестиваля. Вот вчера я играл концерт в Москве, тоже часть Транссибирского фестиваля. Сегодня в Красноярске, завтра мы едем, послезавтра в Новосибирск. Еще будет несколько концертов в Москве, в Петербурге, в Самаре, также в Америке, в Японии. Потому что как бы изначально наше мото нашего фестиваля – это вот культурные мосты, как Транссибирская магистраль, которая связала Восток с Западом. Добавлю, что в рамках фестиваля в Красноярске пройдут 5 концертов. Например, уже выступил корейский струнный оркестр, с которым играл и российский скрипач, лауреат международных премий Вадим Репин. Далее красноярцев ждут звезды мировой классической музыки из Франции, Германии, России, которые исполнят как известные во всем мире сочинения, так и премьерные произведения, написанные специально для фестиваля.